Привет всем, ребят! С вами снова Иван, и это канал «Резная сказка». Сегодня вот решил снять, появилось время, решил снять очередное видео. Сегодня видео пойдет о геометрии, точнее о геометрическом рисунке и как он выглядит на досточках, на разделочных досточках. И причем это моя первая работа. С этого набора я начинал вообще резьбу по дереву. Был у меня учитель. Было это, правда, давно уже, совсем давным-давно. Но дело в том, что был учитель, к которому я подошел. Говорю, покажи, научи. Но он поначалу мне не поверил, так как... Типа, ой, да до тебя было много народу, который, о, научи, классно, это вот хорошо, там, о, вырезать, подарки. Ну и, в общем, что? Ну, он говорит, ну, быстро перегорали, возьмется там, ага, у него что-то не получилось, и все. Ну, в общем, я взялся за это дело, это первый мой набор. Этот набор я решил как раз... Было у меня время, я его резал где-то, ребята, месяца, наверное, два. И я заранее сразу выбрал мотив, значит, и решил сделать своей матушке подарок вот такой резных досок, чтобы повешала на кухне, и там гости приходили, смотрели, и прям, ну и просто для того, чтобы было приятно. Не просто какие-то доски, а вот именно с геометрическим рисунком. Очень красивый геометрический рисунок, потому что, ребят, даже вот одна фигура геометрическая, а вот как ты ее надрежешь, может получиться с одинаковой фигуры, но с разным наклоном вырезания, совсем разный рисунок. Ну ладно, все, предисловие хватит, вас кормить тут это самое, а то опять заболтаюсь. Значит, набор мой состоит из основной доски, на котором есть крючочки, я сделал маленькие такие аккуратные, чтобы они, их не видно было, чтобы они сливались с древесиной. Значит, материал в данном случае красное дерево, красное. Очень такие тоже твердые, но очень красивые. Ну, там где-то есть неровности, ребят, сразу хочу сказать, но это и первый мой наборчик, где я еще учился, где я был необтесанным, поэтому вот. Значит, вот само основание, вот такое вот. Вот такое основание. Видите, да, насколько это красиво. Давайте я вот так вот вам покажу. Вот так вот, видите, и посередине вот я сделал так, ну не знаю, будет видно, не будет, 8 марта, вот как раз я решил сделать вот такое основание, в общем, получилось. Можете приблизить там видео или это, чтобы вам лучше было видно, ну в общем, вот такое, значит, и вот обратите внимание, что... Здесь я немножко, кстати, лаком я не покрывал этот набор. Вот видите, даже есть вот переливчики, блестит вот так вот. Доска, я взял тридцаточку, ну, то бишь 3 сантиметра, потому что рисунок я еще первый раз сделал, поэтому рисунок у меня... Получается, где-то утапливается аж на сантиметр. Ну и чтобы не сделать дырку, я вот взял вот такой материал. Сейчас, конечно, я уже научился рассчитывать там толщину, да, и прокол вот именно того или иного рисунка. Значит, вот крючочки, как видите, ну, наверное, вряд ли, да? Ну, вот он, крючочек. Вот такие крючочки, 3 штуки. Потому что набор состоит из 3 досточек. Это вот основание у меня. Значит, потом идут 2 боковые досточки у меня с разным рисунком. Все 3 доски и основание разные, везде рисунок. Поэтому, значит, ну давайте вот первое.
Вот такая. Ну да, вот здесь вот видите, помарочка уже. Это был ремонт. Не занавешивали его и попала красочка. Ну, я ее со временем уберу. Значит, вот такая вот дощечка получилась первая. Также толщина одинаковая. Я с одной доски это делал. Вот уже видите, даже уже резали на ней. В обиходе уже была, поэтому порезали, перевернули, вернули обратно. И вот такая вот декорная сторона у вас получается. Все висит красиво и удобно. Но в то же время не просто декор. Взяли, сняли, повернули, положили, порезали там хлеб, овоща и все. Протерли, помыли и все. Значит, вот. Вторая дощечка. Вот такая вот дощечка получилась. Заметили, да, что везде рисунок разный. Вот такая дощечка тоже. Вот, давайте поближе вот так покажу вам. Вот с таким вот рисуночком дощечка идет. Вот здесь вот, кстати, видно, да, что небольшое такое колечко на основании там крючочки, чтобы где-то, наверное, с единички или с двоечки просто согнул колечки, это все у меня забивалось, и все. Вот такая дощечка. Тоже была в обиходе. Очень удобная по размеру, поэтому центральная как-то там резали, не резали. Потом начали уже резать, когда большая рыба там принесешь с рыбалки или что-то. В общем, вот такая вот дощечка. Вот. И вот сама большая. Вот, кстати, тоже, да, заметили. Вот, от ножа есть уже полосы, поэтому тоже ей пользовались. Значит, вот такая вот большая дощечка разделочная. Ну, давайте также я вам покажу поближе. Вот такая вот. Вот с таким вот замечательным рисунком. Тоже так же с одной и той же доски сделано. В общем, так. Чтобы показать по полный набор, да, я приготовил щит. Сейчас я как бы это быстренько. Значит, получается вот так, ребят. Рассчитывал я, значит, этот набор вот так. Вот он вешается. Это центральная дощечка получается. Ну, здесь вы можете сами вольировать, как вам удобно будет. Значит, вот так вот он, наборчик этот, выглядит. Вот так. Сейчас давайте, я тут заранее щит приготовил. Щит у меня есть, он мне помогает, кстати, постоянно. Очень постоянно, если что-то надо вдруг показать или еще что-то. Вот так вот я сейчас возьмусь, друзья. О, вот так вот. Вот так вот, вот возьму. Вот так вот, значит, получается, висит наборчик. Вот так. И вот так вот он радует на стене. Вот так вот досточки висят на нем. И как бы получается вот такая вот красота. Поэтому вот так это все выглядит. Сейчас разложим, уберем. Так что, ребят, что хотел еще сказать. Геометрия очень интересная сама по себе вещь. Я сейчас частенько что-нибудь вырезаю, вот такое геометрическое, потому что, ну, как сами видите, да, вот, будь это какая-нибудь дощечка, вот такая дощечка, или вот такая дощечка, все красивее и все лучше, когда она, ну, просто вот так вот вырезал. Ну, да, может быть, там, первоначально, если тебе сложно, там, можно, я не только сразу вот так, все, и начал делать, нет, я... делал обычные квадратные доски, обычные там круглые досточки. Поэтому, ну, что могу сказать, нравится. И как заметили, да, вот красное дерево, оно очень хорошо смотрится. Прям богато. Можно, конечно, для красоты, да, можно покрыть вот эту часть декорную лаком. Ну, почему не хочу, потому что
все равно пропитав вот здесь лаком, да, оно пропитается, древесина, и будет не очень хорошо. Поэтому я решил в этом наборе, обойтись без покрытия лаком. Ну, а вы смотрите сами, покрывать лаком или не покрывать лаком. Можно, конечно, тоненький слой нанести лака, будет актуально, будет блеск, будет какой-то шарм в декоре. Ну, это, опять же, как я и говорил, это на усмотрение клиента. Если надо покрыть, значит покроем. Если надо, можно даже какой-то морилочкой придать цвет. Допустим, ну, нету у меня красного дерева, да, есть у меня осина там или еще что-то, но вдруг какой-то цвет надо под декор. Можно морилочкой аккуратно это пропитать, допустим, скажем, первую часть, да, и боковые стороны. Маленький слой нанести, и все. Я думаю, это не навредит. Поэтому так, ребят. Ну что, буду завершать. Всем опять же спасибо за просмотр. Ставьте классы. Ну и до новых встреч на моем канале. Обязательно что-нибудь еще придумаю. Я обязательно покажу на общее, так сказать, обозрение. Все, всем пока.